Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Стелларис за Вавилонскую конфедерацию. Видите, у нас немножко фракция, тут одна выступает. Ну, я думаю, сейчас думал рабство развить, но рабство у нас не очень. Я пока буду нанимать наступательные армии. А вот этих... Погрузим всех и отправим их на вот эту планетку. Высадим войска, чтобы они не бузили там. Да, тут все корабли пусть он отступит. Так. Хавза. Ага, да. Как-то так. Evading hostile fleet. Нет поселенцев. Эти на горизонт переселяются. С хавчиком. О, с хавчиком тут беда. Надо построить. О, роботы у меня есть. Можно заселять, если что. Видите, они на минералы хороши. А так, на остальное дают серьезные минуса. Так, вот этих сюда закинем лучше. Мекон. Тут ноль. Так. Также я... У нас изучилась технология оборонительной платформы. Надо будет одну клепануть в нашей родной системе. Я, в принципе, закатывал. Ага. Артефакт изучен йоутский. За кадром там сделал. Ну, ее вооружил как надо и тому подобное. Так, давай аномалию изучим. Также думаю повоевать против вот этих гадов. Вы хотите с нами улучшать отношения? Так что планета, ну, так себя производит. Я вот думаю компанию по переобучению. System survey complete. Сами же спалили здание, но молодцы. Так, давай переобучение попробую я вот так. Компания по переобучению, чтобы они инакомыслие не развивалось у них. Выборы у нас будут скоро. Так. Ага, это тут мы изучим эту системку. Выборы. Ну, поддерживайте, если кого-то поддерживать, это... Да, 200 влияния надо. Не хватает влияния. Ну, воздержимся. Да, так. Ага. Время прироста. Стоимость указа минус 20%, срок действия указа плюс 25%, счастье плюс 10%.
Отлично. Вообще счастье будет просто завались на планетах, да? Вот какое тут счастье? Счастье сейчас. Так. Доминирующая раса только. На руководящую должность, да? Посвящение примитивных миров разрешено. Минус. Инопланетные сюзераны. Так. Фракции. Ну ничего, сейчас я заведу сюда фу наших ребят, вон, войска. Посмотрим, что они запоют. Так, тут я хотел бы построить космоверфь. Космопорт. Research complete. Исследования завершены. Пригодные клетки. Так. О, лидеры. Влияние. Столица империи. Продвинутые формы правления. Это интересно. Программа социального обеспечения. Конечно, счастье поднимает, но минералы и кредиты снижает. Может, биолаборатории, но особо не нужны так сильно. Влияние. Тут размер пула лидеров. Давай на влияние. Может, какие-то формы правления немножко поменяются. Можно будет что-то изменить. Мощные бури. О, и плюс 3 на физические исследования. Получаем. Думаю, повоевать с вот этими ребятами, но посмотрим, как оно получится. Нет доступа. Охренеть! Откуда эти ребята взялись? А, может, тут раса была, и она вышла в космос? Да? Ну, если так, у нас есть флот, который сейчас пойдет. Они отожрали наши ресурсы вот тут. А мы сейчас пойдем и их просто за это завалим. Так, и тут строится наймем еще наступательную армию на Миконе. Так, и построим еще эсминцы и пару корветов. Вот так вот. Нужно будет повоевать сейчас. Так, колонист там построился или нет, блин? Долго строится. Так, строить. Построил тут войти в эту систему. Мы будем тут строить военную базу. Немножко она обходится, но мы построим вот тут возле космопорта недалеко. И сможем тогда. Блин, откуда они прилетели? Наверное, все-таки вышли в космос, эти гаденыши. По-другому я не знаю, что там, как могло так получиться, что тут у нас появилась раса какая-то.
выскочила вдруг. Как, кстати, поживает тут наша Terra Nova. Research complete. Так, тут тоже нормально, в принципе, развивается. Так, обсерватория, модуль. Хорошо. Щиты. Глобальная исследовательская инициатива. Создание звездных карт. Указ, да? Сооружение научно-исследовательский институт. Темп исследования плюс 10%. Ну все. Так, конденсаторы из синих кристаллов. Синий осколкомет. Это редкая технология. У нас же есть вроде бы синий осколкомет. Ладно, давай редкую технологию. Так. Это что за вход? Научный вход. Мы сейчас все заберем себе назад. Так, колонист. Колониста я думал отправить вот сюда. Тут есть планета для колонизации. Поставим вот тут как раз хорошее место для развития. Тут надо будет еще колонизировать. Будет хороший сектор вот тут соединить, и отличный сектор получится. Тундровый тут арктический мир. А что наш исследователь там делает? Делать должен. Так, и сейчас сохранимся на всякий случай. Полетим нашим входом сюда. Сейчас им объявим войну. Хуже некуда. Моллюски. Борцы за демократию. Так, индивидуализм у них. Так, объявляем войну. Передавай планету нам. Утвердить. И вход двигается сюда. А мы вход так и не улучшили немножко, да? Ну ничего. Тут у них есть космопорт. Какой-то недостроенный или подолбанный. Ну, сейчас мы с ним разберемся. У нас эти рейдеры еще интересные. Hostile fleet engaged. Так, ну давай посмотрим. Чем-то они стреляют. Или у них нет чем. Нечем стрелять. Situation log updated. System survey complete.
Отлично. Так, теперь вход. Встает над планетой, и сейчас планетарное укрепление раздолбает немножко. Так. Да. Исследуй проект. Так, строитель. Ты тут, да? Ты построил военную базу? А нет, это другой строитель. Хорошо, другой строитель. Была какая-то незастроенная территория, где-то я видел. А нет, он там все застроил. Хорошо. Еще пока так. Конечно, пока не имеет смысла, знаете. Ух ты, вот эта система не исследована. Отлично. Это наша уже планетка. Куда их можно переселять? Нет, на эти планеты не надо их переселять. Так, я вот этих моллюсков скину вот сюда. А из Микона заберу, наверное, с этих минералов. Может, отсюда кого-то. Куда они приселяются? На горизонт. Давайте, наверное, с Микона возьмем, с минералов одного. Этого сюда, этого человечка сюда. Ух ты, переселить поселение 50 стоит. Счастье 30. Хорошо. Победили. Так. И сюда надо будет, наверное. Сейчас туда управление секторами. Так, вы идите улучшаться все-таки. Сейчас мы сектор добавим. Так, сюда. Кстати, что, лидера нет одного? Так, стоимость найма. Давай поставим его губернатором сектора. Но тут пока, наверное, сектор другой создадим, потому что не получится по-другому. Так, создать новый сектор. Мы добавим вот эту системку. И, наверное, еще. Вот этот парень. Ведь удаление системы сектора будет стоить 25 влияния. Ну, пусть будет.
Так, флотили наши отходят. Так, а на Меконе... Construction complete. Оборонительную армию наймем тут. Посмотрим, как они счастливы. Можно еще этих ребят через демографию, вот видите, изменить, но нету технологии такой. Вот эти ребята тоже. Что там? Да. Так что вот так вот как-то так. Так, научные корабли. Я вижу, что тут у нас. А, кристаллические ребята засели. Надо будет с ними разобраться. Не понял. Тут что, пропали наши станции? Нормально. Надо будет опять строить. Исследования, можно тоже построить научную станцию. В принципе, я так смотрю, по секторам вроде наука идет 100%. Вот нам отдается, а ресурсы именно нам отдают половину. А вот наука, в принципе, 100%. Construction complete. Так, тут видите, уже построена вот эта база. Вот флот небольшой, мы его сейчас отведем от космопорта. Он тут заселяется. Хорошо. Так, и можно обсерваторию поставить. Вот, у нас с энергокредитами пока беда, да? Вот энергостанции стоят. Так, ну что у нас? Тоже домой переселяться. И тут, блин, с этой электростанцией, сволочи, собираются переселяться. Ладно, пока так, вот так сделаем, вот так. О, 50 влияния. Подождут. Пусть и там бастуют. Гаденыши, мы с ними еще поговорим. Колония там делается. Колониальный корабль еще летит. Ну, пусть летят. Так, хорошо. Три сектора. Завершили анализ обломков и ничего, да? Нормально. Так, тут надо разобраться с кристаллами. Так, о, научный корабль. Вот тут изучить. Сюда-то мы не можем полететь.
Я не понимаю, почему мы так потеряли. А тут уже мы можем застраивать, видите, по влиянию мы тут уже. И можем ли мы этот пост сносить? The frontiers of our empire are by no means final. Frontier outposts act as beacons, projecting our influence into the... Хорошо. Ну пока пусть будет. Все-таки на нем держится вот эта часть границы нашей. Так, бездействие. А, вот тут ушли, да? Так, хавчик есть. Я читал, что хавчик должен быть больше 4, чтобы. Или 4 приблизительно, чтобы было. Чтобы люди туда хотели прилететь. Ну, горизонт на горизонте вроде минус 1. Ну что, сейчас тут 4 будет. Вон, тут надо и строить исследование. Базовый научный блок. Так, можно вот тут расчистить клеточку. Минералов у нас хватает, тут, наверное, надо тоже построить на хабчик. Понимаю, потеряю 2 единицы, но... Ничего страшного. Так, эти ребята там сильно не распространились, в принципе. Так, и как тут эти ребята? Ой, а вы куда? На горизонт переселяются. Вот гады. Чем вы недовольны? Так. Блин. Сволочи. Восстают. Ну ничего, думаю, найдется управа на них все-таки. Армии есть, если что. Там где-то хавчика не хватает. О, на горизонте. Тут все заселяются просто. Все идут сюда. Ну, значит, не будут туда сюда идти. Так, что на Миконе еще можно построить? Так, хватили, я хотел бы тебя немножко... 3 эсминца, 13 корветов, да? Обсерватория. Улучшается флот пока. Ну, пусть улучшается. Еще строй добывающую станцию. Так, тут мы построили, да, эти всякие исследования. Да, неожиданно так раса выскочила, видите, в космос и все. Поэтому за ними нужно наблюдать. Восстание, может быть, да?
Ну, чё. Ships upgraded. Construction complete. Угу. В принципе, я думаю, сюда, наверное, еще до обсерватории. Блин, куда это уходит столько? Стержень сооружений. Так, горизонт. Так, если я улучшу, нам нужно на инженерное. Еще пол кредита уйдет, да? Хавчика хватает, пятерочка. Тут производят, в принципе, наверное, кредиты производят. Надо добывающую станцию построить. Так, и меня интересует вот эти ребята отсюда. Уже не уезжают, да? Так, что там вот тут? Вот этой системе. В принципе, колонизируют сепаратисты, но они же как они могут действовать на вот эту именно систему, на планету, то есть. Чем? Фанатичная ксенофобия. А-а-а. Способленцы. Ну, надо будет их как-то System survey complete. Перед того, короче. Тут я изучил. Но тут уже нам нету как, да? Или есть возможность? О, о, нет, стоп, 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 отмена, отмена. Значит, возвращайся пока домой. О, вот сюда. Так, строитель, ты где? Тут. Здесь на энергокредиты отстроил. Давай. Шестерочка исследования тоже нам пригодятся. Так, а тут как наши планетки развиваются? Ну, пока не особо застраиваются. Ну ничего. Всему свое время. Горизонт. Минус 3. По хавчику, да? Давай-ка пойдешь сюда пока. Так. И тут мы построим еще ферму. Посольство. Так. И флот наш пусть взорвется вот сюда. Так, кто там? Кристаллы вроде бы, да? Колонист у нас еще
Видно, работает или нет. Ну вот эти ребята даже не думают восставать, видите? Они, в принципе... А куда ты, на горизонт опять? Милые социологи... В принципе, нормальные пацаны. Так, строитель... Отправляйся вот эту систему на энергию строить, добывающие станции. Так, а флот сейчас пойдет валять всех там, кто только есть. Colony established. Наконец-то колония. Давай флот. Замасывай вот этих кристальных владык сапфировых. Как там наше исследование? Ну, еще не скоро. Расщепление атома. О, научились. Где это они? Ага, это важное событие. Так, неограниченное изучение примитивных миров. У нас нету такой политики, да? А мы можем ее принять? Какой у них век сейчас идет? Атомный век. Что тут нужно? Давай, тогда попробуем их тогда затянуть к себе. Сейчас. Ксенофилия. Если что, захватим, подумаешь. Выскочит там. Захватим их всех. Флот летит. Кстати, можно построить еще тут. Корветов. И добавить обсерваторию. Вот так вот. Сейчас будет бой. Hostile fleet engaged. Они стреляют лазером, да? Да. Situation log updated. Так, идем на лечение домой. Так. Ты иди изучай проект. Ты иди изучай систему. Вот так. Construction complete. Что-то никак компания на их переобучение. Thank you.
не влияет, да? Давай пару оборонительных армий еще поставим. Пусть они сдерживают этих сволочей. А тут мы что-то можем строить? Блин, энергокредитов нам не очень хватает, да? Убивает. Так, нам нужно построить базовую электростанцию. Потеряем минералов, но это ерунда. Тоже на горизонт уходит. Тут на горизонт. Чем ты тут горизонт? Я тут только счастье поднял, видите, и все, в принципе, и все туда бегут. Там хавчик. Короче, мир обетованный. Тут колония слабо развивается. Вот это меня волнует, что они на горизонт убегают. Enemy troops landing. Так, волнения на планете достигли критической отметки. Местная фракция сепаратиста поднялась в вооруженной попытке захватить планету. Ух ты ж, сколько их тут. Досадно. Так, где наш флот? Иди сюда. Так, давай-ка погрузим всех. Сейчас, если что, вот эта армия отправится на подмогу сюда, эту систему, выйти на орбиту. Гарнизоны нехорошо мочат, вижу, да? Incoming transmission. Planet lost to invasion. Evading hostile fleet. Research complete. Охренеть. Сколько у них тут? 700? Откуда? Фото не было. А тут на тебе. Нормально. Так. Новые исследования. Станция терраформирования. Терраформирование. Так, пустынный мир можно колонизировать. Редкие ресурсы. Даже не знаю, может, наверное, ну давай вот это. Редкие ресурсы нам пригодятся. Так,
Так. Что-то у нас плутократия. Планеты основного сектора плюс 4. Так. Спад 50 лет. Деспотизм. Кибер. Тоталитаризм. Интересно. Корпоратократия. Так. Абсолютная монархия. Глобальная монархия. Демократия. Хотя кибертоталитаризм тоже неплохо. 5% этих нам давало. А, за 250 можно поменять, да? А тут плюс 4 планеты основного сектора. Это, блин. Ого-го. Планеты основного сектора плюс 2. Так. Ну, можно будет кибертоталитаризм. Или вот это, ну... Интересно, интересно. Деспотизм. Посвященная технократия. Плутократия, капатократия. Наверное, кибертоталитаризм надо будет попробовать. Ну, с этим я разберусь сейчас, только флот пригоню сюда. Они куда это засобирались? Construction complete. Research complete. Debris analyzed. Нормально, блин. Где эти наши? Наш флот. Блин. Надо ж такому, блин, случиться было. Очень добились своего. Надо было больше там застраивать. Синий осколкомет. Отлично. Так, ну в общем, исследовательский институт. Вот это интересная штука. Здание звездных карт. Ага. Синие терпыры. Точнее, карты, иди нафиг.
Construction complete. Так, транспорты. Прячьтесь пока сюда. Сейчас отменим вам высадку. На Миконе надо еще построить пару наступательных армий. Ну что, мы сейчас разберемся. Блин, долго же они прыгают. Research complete. Так, научно-исследовательский институт. Это интересно. Так. Физическая лаборатория, варп-двигатель. Так, дальше можно прыгать. Боевые алгоритмы. Давай, в чем нет. Что-то там исследователь там вражеский летает. Нельзя же на нашей территории летать. Вот. Так. И тут сейчас на Миконе построим эсминец, еще пару корвет. Кстати, что там нам дали? Синий осколкомет, а он похуже, чем, ну, наверное, красный. Да, хуже. Ускоритель масс. В принципе, наверное, на этих на эсминцах есть смысл поставить регенерирующую обшивку. Объясню почему. Все-таки во время боя они потом могут простаивать. Пусть будет пригодится. Так, наша флотилия. Так, а вы, ребята, наверное, тоже идите сюда. Так, тут у нас есть генерал. Не ожидал я такого поворота. Ну, отобьем систему. Думаю, отобьем. Они что-то там стоят, телятся. Так, летим сюда. А может, это они строят еще космопорт? Мы сможем его туда раздолбать, пока он в отключке, так сказать. Да, он еще строился. Идем еще им наваляем сейчас. Ну, флоту. Hostile fleet engaged. Эсминцы. Откуда? Ну, урон что у них не очень идет, я вижу. Они-то лучевым оружием лупят. Так,
Так, о, минералы, сборочный верх эсминцев, космопорт нового уровня. Космические торпеды, инженерная лаборатория. Давай, наверное, торпеды пригодятся. Выносим. Construction complete. Так, о, вот наш флот пришел. Давай-ка. Вот так, а вот эти ребята, наверное, отправятся на ремонт сейчас. Так, строитель наш. Лети тут добывающую станцию и строим. Еще один строитель. Тут надо добывающую станцию клепануть. Тут мы сейчас станем на орбиту и будем там выносить их планетарные укрепления. Так, армия. Идешь сюда. Так, наймем на воеводе такую армию. Так. Чтобы были. Обломков никаких не остается. Так, а тут пойдем на соединение с той флотилией нашей. Надо построить пару еще эсминцев. Пару корветов. Вот так вот. Весело, конечно, было. Ничего. Стоп. Там каких-то птичек я нарвался, да? Ну, это надо ждать. Пока мы их подавим, да? Так. Посольство. А, отменили. О. С картер им дорога. Пусть отменяют, подумаешь. Так, строительный корабль. Давай-ка. Знаешь что? Тут редкий ресурс. Еще минералы. Можно добывать. Ой, тут можно будет на энергокредиты построить. Так, что они сдадутся? Ну, видно, флот слабо бомбит. Ну, так более-менее. Больше мы не можем бомбить.
Ладно, тут, пожалуй, я и завершу серию. Наверное, домучу этих жопушников. Потом уже продолжим. Так что всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить палец вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.